Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сейчас я расскажу вам о том, что произошло с моим весом за прошедшую неделю. И немного расскажу, почему. Вот смотрите, в прошлый раз, когда я в понедельник, мы начали диету, я взвешивалась, у меня был вес 101,2, сейчас 99,2. Сейчас я при вас свешусь, покажу. Всего 2 килограмма. Если в первый раз... Когда месяц назад я начала, видите, как резко у меня упал, прям 3 килограмма было. Это в основном уходит в первые недели вода. Сейчас у меня вес снижается понемногу, не очень. Я считаю, 2 килограмма это не очень много. Но я этому рада, потому что резкое, такое большое снижение веса организму тоже не нужно. Не будет успевать наша кожа подтягиваться. И вообще медленное снижение, оно больше как бы фиксируется организмом, и оно лучше. Если взять вот весь график с самого начала, когда было 107-300, и вот потихоньку, сейчас идет уже второй месяц, стало 99-200, вы видите, что результат уже неплохой. Я вот сейчас взвешусь, и если получится показать вам, то я покажу. Установятся весы. Как я говорила, что я взвешиваюсь раз в неделю. Ой, сейчас надо выпрямиться. Ой. Ждите немножко. Не видно. Так. Ну, это я уже... Свитер тяжелое дело, но все равно. Главное, что перейден рубеж 100 килограммов. И вот 99-200, это уже можно сказать, как небольшая моя маленькая победа. Вторую неделю я буду за основу держать те же самые блюда, то есть рыбу и курицу буду кушать, но вместо капусты буду добавлять и томаты, и перцы. Потому что сейчас у меня еще много свежего урожая. Мне жалко его оставлять. Ну, в смысле как, хочется его употреблять, пока он свежий, пока он витамины есть. Это во-первых. А во-вторых, я сильно резкого снижения, как я вам уже говорила, не добиваюсь, чтобы организм понемногу, потихоньку успевал. Для него это все равно стресс. Пусть... Помаленьку, по килограмму, по 500 грамм, но вес будет снижаться. Все, до свидания. Вот после первой недели, ну это у меня уже второй заход, я сначала также неделю сидела, потом был перерыв. И вот сейчас неделю, с 5 мы начали, с 5 по 12 ушло 2 килограмма, а всего ушло 107,99, ой, даже посчитать не могу, ну много, короче, килограмм 8, наверное. Все, до свидания.